Всем привет! В этом видео хочу показать, как можно приготовить вкусный домашний абрикосовый компот. У нас поспели абрикосы. Сейчас их нужно будет помыть и отделить мякоть от косточки. Компот я буду закрывать в 3-литровые баллоны. Я их уже помыла с содой хорошенько. Они у меня чистые. И сейчас будем заполнять их абрикосами. Первую банку я уже заполнила абрикосами практически доверха. Теперь нам нужно вскипятить воду. И потом залить абрикосы кипятком и настаивать где-то 1 час. Абрикосы я уже разложила по банкам, теперь заливаем их кипятком. Банки накрываем крышками. И настаиваем компот где-то около часа. Потом сольем жидкость, добавим сахар и будем кипятить ее. Уже слила жидкость с абрикос в кастрюльку. Теперь сюда нужно добавить 1 стакан сахара. Теперь нам нужно добиться, чтобы сахар полностью растворился в нашем компоте. Постоянно нужно помешивать, чтобы сахар хорошо растворился. Ждем, когда наша вода закипит. И будем заливать компотом наши абрикосы. Крышки нужно тоже простерилизовать. Все, компот уже закипел. Теперь снимаем его с плиты. Заливаем абрикосы компотом. И потом будем закручивать банки. Банку накрываем крышкой и закатываем ее. Самый вкусный и любимый абрикосовый компот уже готов. Я закрыла все банки. Теперь накрываем горячие банки полотенчиком. Ждем, когда они остынут. И уберем компоты на полочку на хранение до зимы. Обязательно попробуйте приготовить абрикосовый компот. Он вам очень понравится.